В эти дни доктору не до юбилея. В ее отделение записаны на прием десятки посетителей самого разного возраста. У одного проблемы со слухом, у второго воспалились гланды, у третьего сильный насморк. И каждому нужно найти подход. Всяко бывает. Бывает и трудно. Больные всякие и с кровотечением бывают серьезным, и с осложнениями гайморитов, абсцессов много пар тонзиллярных. Так что требует внимания и ежедневного осмотра, труда. Валерию Петровну можно смело назвать основателем лор-отделения в городе Видном. Началось все еще в далеких 80-х. В начале койки на базе первого хирургического отделения, потом 5 коек, потом 10 коек, потом 15 коек, потом 22 койки, и мы уже создали отделение. Но как такового площади еще отделения не было. Сегодня лор-отделение оснащено современной диагностической и лечебной аппаратурой. Такое могут позавидовать даже в московских клиниках. Здесь работают специалисты, любящие свое дело, постоянно совершенствующие методы лечения. Поэтому от пациентов они слышат только слова благодарности. Ну, я вообще в этом отделении первый раз, как бы. И мне здесь все нравится. Персонал очень дружелюбный. Вот, всегда помогут, подскажут, объяснят, что самое главное. Как себя вести во время операции, после операции. Ну, никаких проблем нету. Все устраивает. Отделение просто отличное. Весь персонал великолепный, все объясняют, все делают на высшем уровне. Трудно сосчитать всех, кто благодарен сегодняшнему юбиляру за оказанную своевременную и квалифицированную помощь. В Российской Федерации на сегодняшний день 12 600 лор-врачей. Валерия Петровна – первая. Это действительно мы горды, Ленинский район, не только мы, а и Ленинский район. И нам, наверное, повезло, что такой человек есть в нашей больнице, и мы с ней работаем. Валерия Петровна любит свою профессию, однако ее жизнь только работой не ограничивается. Она два раза избиралась в состав Совета депутатов Ленинского района, а свободное от профессиональной и общественной жизни время предпочитает проводить с близкими в кругу семьи. Илья Кремнев, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.